Здорово, Ашер. Вот, похоже, нож и готов. Не буду его дальше полировать. Я думаю, хватит. Идея абсолютно понятна. Бронза отполирована. Карнауба на рукоятке. Вот как она выглядит со стороны. И... я надеюсь, я не попаду в фокус. Вот, как нож выглядит в реале. Удивительно. Похоже, что получилось. Завтра я тогда его наточу и покажу, как он заточенный. Смотри, какое на нем дерево. Все-таки Мали, это был хороший выбор. Так что я думаю, 300 баксов не так уж и много за него. Угу.